Парни, всем привет! Наконец-то распогодилось. Мы сегодня должны были снимать оффроуд, но буквально вчера на Жиге менял масло в мосту. Очень жаль, что сегодня нет, она на закрытие приедет в любом случае. Меняли масло в мосту, смотрим, погода класс. И на сегодня погода класс. Я все отменил. И сегодня парни, которые не любят долго спать с утра, приехали сюда бомбить на своих машинах в последние осенние классные денечки. Меньше слов, больше дела. Первый заезд. Погнали! Опа, опа, опа! Вторая! Он на первый едет, уходим! 90, 100, 110. У него автомат то ли затупил, я не знаю. 120, 130. Третью, да, крутим? Да. 140. 150. 7000 оборотов, парни. Не, мы знатно привезли его. Мы сильно привезли. Все, отпускай. Ну как такое возможно? Честно, я не ожидал. Там 2,5 литра, машина на выхлопе. Полностью на 63-й трубе выхлопная система. Только вчера мы ее сварили. Возможно, вес, возможно, 4-ступенчатый автомат, я не знаю, но Ford с места 100% быстрее. Сейчас едем, разворачиваемся 20 и в обратную сторону, то потом 60 разворачиваемся. Так, готовы? Раз, два, три. Так, 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 так. Корпус второй передачки мы вытягиваем верхами. Едем дальше. Третья. Сейчас тачки идут на ветер. На ветер идем. Скорость. 140. Не знаю, не догоняет Nissan. Nissan не догоняет. Все, отпускай. Готов! Раз, два, три! Третья передача. Корпус. Корпус привезли. И начинаем дальше уходить. Как такое возможно? Не, фордик валит, пацаны. 1,6. 125 сил на чип. Он реально едет хорошо. Раз, два, три. Опа, опа. На переключении. Пол корпуса чуть меньше отстает, но фордик берет прям на максимальных оборотах. Корпуса 2, наверное, уже привезли ему. Уехали. Сколько сил в тачке? Вообще без понятия. Но ее настраивали на этих распредвалах? Вообще что валы? Валы ОКБ динамика 8,3. Угу. Вот. 4,2,1 выпуск и все. А нигде не откатывали? Просто валы поставили просто, и все? Просто валы и прошивку залил. Ничего не откатывал. Они злее, чем на Гранте Спорт валы? Нет? Нет. Нет? Ну ничего. Я понял. Да их и даже не чувствуется. Там 9,15, 9,55, а это 8,3. Так, смотри, он руки опускает, стартуем. Опа, фу, ля-ля-ля-ля. Посад. Сотка. Закрывай окно. 130. 140. 150. 160. Третье. Четвертое. 170. Все, посад оттормаживается. Ну, нижние колодки. Раз, два, три. Вторая передача. Посад на этой передаче от нас сильно поехал. И
163-я передача. 160. Корпусы 4. Посадка сделана. Раз, два, три. На третьей передаче от нас уходит. 150. В хвост идем. 160. Четвертая. Не парни, Пассат едет. Я ничего не могу сказать. Честно, я не ожидал. Он реально показал результат. Ну, надо его будет еще с фокусом проверить. И десятку надо будет с фокусом проверить. Да, я бы так сказал. Для начала. В нем типа 133 силы. Раз, два, три! Вторая! Обходит! Обходит! Третья! Третья передача! Нет, Пассат быстро отпускает. Друзья, ваши ставки. Поехали! Ух, зацепились! Корпус, корпус везем! Третья! Уходим! Корпуса полтора! Продолжаем уходить. 180, 21. Отсечка, все, пошло. Ну, корпус полтора, наверное, он вырвал. Первая победа за BMW. Прям стабильно, всегда по чуть уезжала. Вот сейчас поедем с 20 км в час. У него же коробка автомат. Да. Сейчас, да, старт проебали. Вот это выстрел на атмосфере, парни! Да, щелкать нельзя здесь на турбомоторе. Сразу выстрел делает тачка. Сразу выстрел. С 40 сейчас едем. Как-то опять раздувались дольше немного. Дальше держится. Ему интересно, знаешь, где-то 100, вот так, а, наверное. Сотки, да. Да. Ну оттуда сейчас чудо проедет туда. Готов! Раз, два, три! Вот момент, видишь, мы поехали, а он на автомате ехал. Пока тачка переключила, мы уже начали уезжать. Не, бэха сильнее, парни. Улетает 120, 130, 140. Ну, парни, мы очень серьезно уехали. 160, 170, 180. Вообще разорвали. Я говорю, смысла не было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух, а как так? Да он дебил, гнал до талого, нахуй, этот оттормаживаться начал, а то вьюз хуйнул, блять. А, куда его нес? А куда его нес? Куда его оружие включил?
бухой, что ли? Хуйнул, я вижу его боком, волокет, блядь. Он что, бухой, долго оттормаживал, ёб? Конечно. Делай. Вообще пизда, на. Это неприятно. Что-то, блядь, сделал, на. Так мы ж долго катились, оттормаживали. Ну да, я катился, потом поворотник, все, включил, как положено. Ёбаный, давай включим на дорогу. А чей это пёс? Да, пёс был. Да, пёс валялся. Да, не его уничтожили. Бля, тормозной вообще страшный. Он свежий? Походу не свежий. Ты, бля, тормозной, блядь. Готовы, парни? Раз, два, три! Отсечка. Отсечку? Да. Слушай, он быстрее этого намного едет, да? Ты гля, он уходит. Вообще неожиданно, да? Турбинку крутит. Реально валит. Еще что-то есть. Готов? Раз, два, три! Блять, он нормально едет. И передачи ты ширяешь по-знатному. Третье. До 7 мотор крутится, да? Да. А до чипа тоже 7 крутился? 6,5. Не, посад сильно очень едет. Неожиданно. Я прям не ожидал. Признайся, на чипе, вот все спрашивают, что с тачкой. Расскажи всем, что с твоей машиной. Когда прошьем, вот когда с Санеком логи отправят и прошьем канаду в ней 1.4, вот тогда замерим. Тогда мы расскажем, да, всем, чип это или нет. Да, расскажем, что там. Не, ну сейчас какие изменения после того раза? У тебя нет катализатора и нулевик стоит. Нулевик стоит, резонатор вырезал. Сейчас банка прямая, и все. Ну, снизов или подхват лучше стоит. И все. Ну, реально не ожидал. С Ниссана будет на 5-хат заезд? Андрюха сказал, что мне позорит, вообще сразу 500 рублей отдам. 500 рублей где обещанные? Андрюх, ты что творишь? Вот, парни, смотрите. Он вырвался два корпуса еще того, что мы подождали, можно сказать так. Смотрим сейчас. Коробка подождала. Скорость 100. 120. 150. Улетаем. Уходим. 160. Корпуса 3. 70. Все, хорош, хорош, хорош. Ну, по ходу дела... Он вообще с драйва поехал. Да, давай с драйва. А. Давай с места еще. С места? Ланча. Готовы? Раз, два, три. Ну да, вот теперь он поехал с двух педалей. Сразу упылил от нас. Вообще ушел. Сотка. 120. Примерно, да. Примерно, да. 60. Далеко уехал, далеко. На 8 смысл, 20 хотя бы. Да. Раз, два, три. Поехали с 20. Примерно так же, как с места с ланча он уехал. Сразу ушел. Я думал, мы немного прыгнем все-таки вперед. 120. 140. Идем, корпус 3 выиграл. Ну и ну, дальше уходит. 50. Ух ты, хорошо.
хорошо с места тронулся, слушай. Поехали. Ну, на переключениях только проигрывали, по-моему, сейчас. А так вот ровно идем. Ну, да, там автомат хорошо переключает. Ну и отсечка должна быть. Все. Сцепление пожгли, блин. Да, да, есть запах. Раз, два, три! За 200 ехали. Может, и спидометр сильно прямо брешет. Ну, у меня в том году, когда было ровно 200 стояло, у меня отсечка была. То бишь, я так полагаю, с километров на 20 пизди. Ну да, получается так. Сейчас коробочка лучше как-то... Не тупило, да, чуть-чуть да. Было, не да, но да. Потом нормально она. Садил, когда ехали, она вообще просто. Я жму, думаю, бах, короче, передача вниз. Туда, сейчас оттуда, развернемся. Не, я честно не ожидал, такая бойнища была четкая. И в конце мы вывезли его. Вывезли все равно. То ли он там переключил, непонятно. Вот он вроде вырвался от нас, наверное, в момент нашего переключения. А потом мы и начали. На шевките она прыгнула на корпус полтора, как минимум. Крутой заезд. Сколько едем? 60, давайте. Сейчас он не знаю за счет чего. Давай, держим. Переключилось, сейчас нормально все. А вот сейчас был зато. Мне кажется, у нас были неудобные обороты. Да. За счет этого он выпрыгнул, он отпустил. У нас были неудобные обороты. Андрей, сотка! Сотка! Парни, последний заезд, потому что получилось 2-1 сейчас у нас, в нашу пользу. Готов? Раз, два, три! Опа! Вот это поворотик! Едем! Нет! Давай! Он переключил, он выбрезли крыло. Парни, злой заезд! Вот такой заезд! Бля, я вообще не ожидал. Вот это была битва, да? Да. Класс. Да, вот так лучше. Она сразу поехала у нас. Да. Вот это четкий заезд. Он бросает или что, да? Я не знаю, что у него.
Третья Карина от нас отъехала. Четвертая передача. Скорость 150, точнее 170, 180. Мы включаем пятую. Он тоже переключил. Не отпускает. И мы на максимум мы проходим. Он отпустил, но мы прошли. Поехали. Ух, вот это приход. Забыл переключиться. В отсечку немного уперлись. Но так сильно проходим. 160. 180. 190. Блин, ну мне кажется, мы на квотер взяли. Блин, или... На 160 у нас прошел. На сути, квотер скорость на выход. Блин, да я что-то не смотрел. Ну, сначала то ли не зацепился, а потом, да, догонял, но мы нормально держались. Готовы, парни? На счет три. Раз, два, три. Сейчас на сотке у нас прошел. Сейчас, да. Сейчас поехало вообще люто. Значит, он в прошлый раз реально не переключил. На счет три, парни. Готовы? Да. Раз, два, три. Поехали. БМВ с места неплохо так. Конечно, прыгает, но... Сейчас какая скорость была? Мы лучше сейчас поехали, заметно, чем второй раз. Мы сейчас, парни, считали с владельцем Чайзера, сколько стоит собрать. Есть у тебя, у вас, Toyota Чайзер. Абсолютно стандартно, 280 сил, 1 GZ GTE. 350 тысяч рублей под ключ. И у вас будет, это мы даже с запасом чуть злее строим, потому что у того Чайзера, у него получается нехватка горючего по форсункам. Форсунки упираются. Вот на этом конфиге можно снять 500 колесных сил. То есть 350 тысяч рублей это с работой, это со всеми запчастями, со всем навесным, вообще со всем, с доставкой даже мы посчитали. 350 тысяч рублей, и у вас 500 колесных сил. Парни, обращаем внимание на переключение. Вообще владелец... Они вот так делают каждый день. Каждый день вот так машина получает. Ну, я не знаю, новая BMW вообще выдержала? Мне кажется, нет. Мне тоже кажется, нет. Что им случилось с ней? Так, за кем будет победа? Я думаю, за мной. Думаешь, проедешь, да? Ну, должен. Не, ну, 1.8, но да. Я думаю, что можно, да. Поехали. Что-то какой-то небольшой провал был сейчас после старта. Ну и фокус пошел. Другой фокус. А ты скольки крутишь? В отсечку. 6.8. Ну, не прям в отсечку, а до отсечки же надо немного, чтобы не было провала. 140, идем 150. 160. Ну, все, в принципе. Ну вот что и следует доказать. Все-таки технологии решают, парни. С мотора 1.6 Ford умудрился снять больше сил, чем предыдущий мотор 1.8. Готовы? Раз, два, три. Поехали. 60. Ну, вот держались на второй передаче, сейчас переключили на третью, и фокус третий начал уходить вперед. Скорость 130. Где-то корпуса полтора он вырвал. 140. Но потихонечку стабильно уходит. 150. Я посильнее этот Ford.
хорош, тормаживай. Победа за нами, парни, победа за нами. Здесь, видите, и навыки водителя очень сильно решают, потому что, когда ты едешь с места, больше переключений и больше шансов того, кто плохо ездит на машине, то есть не владеет с ней на все 100%, попасть в все передачи, здесь ты сливаешь. Вот ходом, видите, вроде лучше поехал. Раз, два, три. Поехали со 100. Со 100, кстати, мы более-менее ровно едем. Переключились, и фокус начал третий проходить нас. Пол корпуса привез. Дальше. Ну вот, и он переключился, теперь равно идем. Сука, семёрка, ёбаная. Да ладно, там дальше гнать уже некуда. Останавливайся. Ну да эти гулять я бы вытянул бы весь время. Я вообще ору. Что сейчас происходит? Он переключил. Мы за счет того, что... Все равно рано переключил, у меня только 6 тысяч. Да, мы докручиваем. Докручиваем. 150 идем. 160 почти. Да, тяжелее идем. Да. Нихера себе, десяточка стартанула. Эй, не воткнул. Хорошо, она пошла, слушай, с места. 110 идем. 120. И она уходит дальше. Не знаю, сколько корпусов. Но, блин, из-за того, что они не воткнули скорость, конечно, она сильно ушла вперед. Но и вообще с места она все равно прыгнула лучше. Ну сейчас обратно ходом поедем, посмотрим, как что получится. Да ты ему накрутил, заняли ей. Парни, я знал, что он тазы легко прошивается, но не настолько, что можно в полевых условиях это сделать. Обалдеть. Ну может быть там что-то не то, но сейчас поедем с 20. С 20 все решится. Готов. Раз, два, три. Десятка все равно вырывается вперед. 100 идем. Третья. Десятка дальше уходит. 120. Ну, корпуса 3 она выиграла. Я думаю. Сколько там скорость? 150. Нет, десятка посильнее едет. Прямо заметно. Как сейчас? Без разницы? Ну, то есть ты все делаешь правильно, да, на машине? Скоростя иногда промахиваюсь. Я первую, когда мы с места поехали, я первую начал, вторую, она у меня пока прохрустела. Ну я слышал, да. Ну а вот второй заезд сейчас. Третья хрустела. Третья хрустела, да. Я читал эту проблему, то, что она не предназначена, в принципе, коробка этой гонки для резких выстрелов. Ну это понятно. Ну и что делаем? Все? Есть смысл еще ехать больше скорости? Да не знаю, 60 есть смысл. Поедем? Поехали, 60. Сейчас. Протолкаемся. Раз, два, три. Поехали, 60. Десятка входит на второй, получается. Я тебя отсечку поймал. Отсечку поймал, да? Да пока окно закрывал. А, у тебя доводчика нет, да? Нет. Вниз есть, вверх нет. Десятка отъезжает все равно. Сколько? 140, 150 и доедем. 160. Корпуса 3 она вырвала. Но она, по-моему, потихонечку дальше отъезжает как-то. Все. В этом заезде во всех позициях победила десятка, парни. Тазы варит. Так, ну это принципиальный заезд, потому что вот владелец сервиса, автосервис, где собирали Жигу мою, то есть им рекомендую, землячки 1А, адрес. Реально, парни делают все быстро, качественно, недорого. Вот вчера делал на Лаурели, выхлоп там, и я сказал, короче, жахнем этого Пассата. Но сейчас по заездам, ну, Пассат действительно быстро едет, и мы решили
уравнять вес. Но думаю, вы сейчас по разговору все поняли. Три человека дополнительно здесь сидят. В Лаурели один человек сидит, парни. Кто победит? Трек-хоки загружать это одно. В Passat 1.8 Turbo четвером. Опаньки! Обид не вырезает. Он мои все неудачные заезды выкладывает. Свои также на вставляй. Сейчас включай вторую передачу. Вторую передачу включаешь и едем с 80. Поехали. 80? Да. Готов! Раз, два, три! Не, мы уезжаем. 140. И уезжаем по жесткому. 150. Все. 160. Не, парни, старичок, вот Passatик B5, но меня реально удивляет. Да читер ты, ёпты, давай признавайся. Вот он, буст, смотрите. Не, парни, да, действительно. То есть чипа никакого нет. Владелец снимал логи, то есть, может быть, подготовить чип, сделаем чуть позже, но вы увидите показания тогда, какие она сделает на чипе. Ну, как-то мы сильно... А выход на атмосферу прямой сделали? Вообще весь. Это зря, он хуже поедет. Да? На атмосфере должен быть подпор воздуха. Это на турбине, то есть, на это вы только хуже ему сделали. А у него рефлекс-планкосите стоит задавленный. Но он чуть задавлен, да. То есть. Чуть есть, да. Хоть какой-то подпор должен быть на атмосфере, иначе он так хуже. Ну, на низах. Если там дросселя, то, понятное дело, там можно сразу. Там, да, что пролетало. А что надо поставить? Резонатор или что? Или планкосите одного хватит? Блин, ну, вот это бля, давай с фордом. Я точно не скажу. Сам вторым. Ну все, мы откатались. Я думаю, плодотворный был день. Хорошее получилось видео. Знаете, машин приехало не так много, потому что я только за ночь скинул информацию. Кстати, кто хочет покататься, принять участие, пишите. В описании к этому видео моя страница ВКонтакте, Инстаграм, и там все самое интересное, что мы отсняли, что мы будем снимать, я там все сразу выкладываю, интересные какие-то видео. А так, по сумме, что сказать, какие машины? Да все едут хорошо, удивился им Passat, честно. Друзья, ну вы видели, он ездил со всеми машинами. Какие-то были слабее, какие-то были быстрее, но для возраста он едет действительно хорошо. Понравился заезд японцев друг с другом, BMW 540, видели этот старт, Toyota Charger, который на 450 сил, но он просто улетает. Жаль, что мне не получилось с ним покататься, но у нас, друзья, цифры. Там пропасть между нами будет, поэтому этот заезд, он был бы неинтересен. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, всем пока!